Девочки. Камилочка. Ты куда? Ты куда пошла? Доброе утро. Ну что, побежали под елку смотреть? Николай должен был прийти. Подарков огромный принес и пакетик. Mm-hmm. Это маме. Класс. А что там еще? Это вот мамины подарки. Да. Давай теперь свой открошь. Давай. Что там? Это кукла. Святой Николай. Угу, класс. Там может Дед Мороз вообще быть. Там может Дед Мороз быть. Нет, это Святой Николай принес себе. Это написано Святой Николай там? Там ничего не написано. Там можно на елку нацепить. Угу. Отлаживай пока чупа-чупс. Что там? Ух ты! Покажи сапожки красивые такие. И киндер. А ну скорее мери. Тебя что там? Перчатки. Перчатки. Тоже чупа-чупс, как у Каролины. Да. И киндер. Наверное, киндер. Вот да. Вот. И что там? Это что? Вау, это кофта. Это кофта. Да, школьная. Да, школьная. Такая красивая будет. Угу. Черная. Класс. Давайте откроем сначала киндер. Королюш, а ну покажи тёпики свои. Тёпики, тёпики. И чупа-чупс. Встань, покажи тёпики свои. Класс. Один маленький, один большой. Что там, Трюша? Так, ну что, с чего? С киндера или с чего? С киндера. Помните, мы в предыдущем видео делали киндеры шоколадные своими руками. Да. Угу. Я уже открыла. В коробочку ложи шоколад. Коробочку, Каролин. Это моя. Подстава. Это же... Это же... Это что, Каролин, какая там? Какие киндерские? А как это? У меня нужно что-то собирать. И у меня. У нас точно такое же. Да, а что? Не понимаю. У тебя розовенький, у меня синенький. Mm-hmm. Одинаково? Окей. Okay. Это... Это мне нужно вот взять штуку, как-то вкрутить сюда. А, я поняла все. Что? Вот. Надо. Как ее вкрутить? Камила, ее не надо, надо вот, вот так вот. Это в точке. А, я их не увидела. Затела это. Опа, опа. А где маркера? Вот она. И что же получится из этого? Это может быть конфетка какая-то. Нет, не похоже на конфету. Николай, что ты нам подарил? А, киндер. И что там в киндере? Это что? Вообще. Не знаю. Мне помоги, Мишечка. Мне помоги. Такая... А, так это... Она крутится.
Это вот это, ну, это, ну, это качелька. Качеля. Для кукол. Мила, ты можешь мне вот эту? Каролин, потом снимите. Давай, от твоего тоже. Потом соберем. Я сейчас освобожу. Сейчас открывается. Открывай. Сейчас. Аж падает. А надо ножницы теперь. На мне. Дай ножницы. Тут есть. Так. Так. Ну, дай мне ножницы. Давай мне. Аня, пожалуйста. Снова нет. А посмотрите ко мне, посмотрите другое, уже давным-давно мы тоже делали, только сани открывали. Ну, ты почувствуй. Блин. Если такие маленькие, а то гигантские чупа-чупс. Да. А есть даже съедобные. Большие чупа-чупсы съедобные. Это такой сухой. Такая конфетка. Такой слитинан. Такой вот. Конфетки такие вот. С бамбукой. Киндер еще один. Вот такой. А, это манго. Такие, еще один киндер. Еще один киндер. И какая-то игрушка. Ой, ой. Это для ключей. Для ключей. Открыть. Надо разрезать эту коробку. Давайте я открою вот этот сначала. Нет, давай я сама. У меня такой ключ. Да, это для ключей. Для ключей. Дальше. А, это липкая. Это мам, похоже помню? На прилог. Липкие такие штуки, которые по стенке вот так. Вот такие. У тебя красный, у меня красный. Питая лизинец такой. И что такой вот скал. А у меня розовый, мой любимый. У тебя есть эта коробка? Нет. Я поняла, что это? Эй. Это Роблокс. Где? Это Роблокс. Видишь? Это может Роблокс быть. Это обычный человек. Вот давай это коробка какая-то. Да. Я тоже хотела это выбрать. Хочу посмотреть, что у нас сейчас. Можно мне посмотреть с тобой? Ой, какой липучий, смотрите. На, так, вот что тут есть. Вот Каролина, нет. Не трогай. Да что? Такой. Лесу, давайте посмотрим, как по стенке он лазит. Сейчас. Теперь такой я первый сладость открою. Что? Это что? Не знаю. Это какая-то игрушка может быть. Стой, должен как его открыть. Порошок, Камила! Ага. Что, как его открывать? Дай мне попробовать. Каролин, подожди. А, я поняла, как его открывать. Ну-ка. Дай мне попробовать. Да, вот так вот. Нет. Дай, тут не так. Нет, там вон вытаскивает. Дай мне попробовать. Да. О, господи, ой, я испугалась, жук. Каролин, не трогай. Это жук. Она, ой, я испугалась, серьезно, скорпион какой-то. А мы да. Еще раз засунь его и открой. Давай. Там что-то должно быть. А ну еще раз. Там больше ничего нет? Такая. Такая. Ты? И жук вылазит с ним. Тут еще что-то нарисовано. Что? Что-то ручка нарисована. Ну, вообще-то она тут. Каролина, где твой брелок покажи? Какой? А, это коллекция. Такая вот жучара. Это для ключей, может быть. Опа.
А теперь вот эту сладость откроем. Нет, я сейчас кинду. Мне тоже лучше. Это киндер. Лена. Мне надо ножницами это открывать. Я уже открыла. Ой, что там? Это вкусняшка, а это игрушка. Угу. Открываем. Ложечка, чтобы есть сладость, и вертушка. Это можно быть ящичке. Или тут вертушка, или что? А, вот так оно крутится. Да точно такой же. Крутится? Камила! Точно такой же. Угу. Так, дальше это... Вот эти и тут цветок. Да. Мне попался цветок такой маленький. Ой. О. Как его открыть? О, как оно вкусно пахнет. Да? Да. Это же целиная. Вот такие вот сюрпризы нам принес Святой Николай. Да, я и... еще ни один не открыла. Я еще что-то не открыла. Что-то еще не открыла. Я все открыла. Все. Я еще хочу. Камила, я же подарки свои еще одни. Какие? В следующем видео. Да. Ну вот, тут такие нам у Баски принес Святой Николай подарки. Я хочу ему сказать огромное спасибо. Каролина тоже? Угу. Спасибо тебе, Святой Николай. Спасибо. Спасибо. А, на этом будем заканчивать. Вот такие нам подарки принесли. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина. На канале Камила и Каролина. Пока-пока. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик будет выходить новое видео. На мнение. Пока-пока. Пока-пока. Смотрите следующее видео.